Как часто во время какого-либо занятия к нам в голову приходит идея о том, что неплохо было бы заняться еще этим, этим и этим, сделать то и пообщаться с этим человеком. Но мы, как правило, отпускаем эти мысли и забываем о них. И когда у нас появляется свободное время, мы мучительно вспоминаем, чем бы занять это время. Но не вспомнив ничего, мы бесцельно тратим это время. В этом видео я хочу предложить вам одну технику, с помощью которой вы сможете научиться занимать любое возникшее свободное время интересными и полезными делами. Начните вести списки всех тех дел, которыми вы бы занялись, появись у вас свободное время. Благодаря этой технике, когда у вас появляется свободное время, вы всегда можете заглянуть в ваш список, выбрать самое приятное или самое полезное дело и начать заниматься именно им. Благодаря этой технике вы перестанете скучать. Вы всегда будете знать, чем вы можете себя занять. У вас всегда будет широкий выбор занятий. Вы сможете значительно повысить вашу эффективность, сделать вашу жизнь интересной для себя самих и косвенно стать интересными для окружающих людей, потому что окружающим всегда будет интересно, как это у вас получается, никогда не скучать и всегда находить себе занятия. А какие у вас есть мысли о том, как можно использовать свободное время? Комментарии пишите под видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Антон Деркач. До новых встреч!